Ельбасы принял председателя Совета директоров ТОО «Алматы Кытап Баспасы» Леонору Баталову. В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил вклад заслуженного деятеля Республики Казахстан в развитие и становление издательского дела в стране. В свою очередь Леонора Баталова поблагодарила Нурсултана Назарбаева за его непосильный труд на пути становления и процветания независимого Казахстана. «Алматы Кытап хорошо работает под вашим руководством. Да, спасибо. И мне это перепадает хорошие книги. Да, точно. Благодарю вас. Спасибо. Много хороших книг получил. Спасибо. Вниманием и обделением.